А у нас будет номер 11. Интегрирование на многообразиях. Интегрирование на многообразиях. Или другое название. Криволинейные поверхностные интегралы. Криволинейные поверхностные интегралы. Просто в этом названии слово поверхностный можно трактовать в расширенном смысле. Поверхность — это не обязательно двумерная поверхность, а три. Поверхность произвольной размерности. Прежде чем переходить, собственно, к поверхностям, будет одна конструкция, которая не имеет отношения к этим поверхностям. Конструкция, которая позволяет склеивать глобальные результаты из локальных. Разбиение единицы. Ну и вот нужно совсем издалека начать. С двух топологических утверждений. Которые, как я понимаю, вы не знаете. Никто вам, по крайней мере, курсов, кроме меня, не расскажет. Значит, вот первое утверждение — теорема Линделёфа. Такой финский математик, тополог. Из любого открытого покрытия множества m в пространстве Rn можно извлечь не более чем счетное подпокрытие. Вы знаете определение компактности множества. Множество называется компактным, если из любого его открытого покрытия можно извлечь конечное подпокрытие. Вот я, когда вам только начинал читать анализ, это свойство определил и его немножко обсудил и доказал теорему о том, что в пространстве Rn компактность равносильна одновременной замкнутости и ограниченности. Так вот, оказывается, что если заменить термин «конечное» на термин «не более чем счетное», то это свойство будет верно для любого подмножества R. Это верно в метрических пространствах, но понадобится только Rn, я для простоты докажу Rn. И тут все дело будет основано на плотности множества рациональных точек в любом шаре или в любом кубе, невырожденном, конечно же, есть точка рациональными координатами. Итак, вот такое предварительное замечание будет. Замечание 1. Если множество G открытого Rn, то его можно представить как объединение шаров с рациональными центрами, рациональными же радиусами. Когда я говорю рациональная точка в n-мерном пространстве, я под этим понимаю, что все ее координаты рациональны. Ну, а радиус — это число, поэтому это изменение делает. Итак, объединение всех шаров с рациональными центрами и рациональными радиусами, которые лежат уже. А объединение несчетное, да? Почему несчетное? Здесь объединение несчетное. А, счетное. Множество рациональных чисел счетное, и q в степени n тоже счетно. Счетное объединение счетно, множество счетно, так что это именно счетное объединение. Да. Вот в виде такого счетного объединения шариков можно открыто множество представить. Ну, в общем-то, это почти что тривиальное замечание. Давайте формально его проверим. Правую часть обозначим буквой H. Ясно, что H содержится в G. Тривиальное включение правой части в левую. Так что доказывать надо включение левой части в правую. Взяли точку Y из левой части, то есть из множества G. Дальше, поскольку множество G открыто, взяли окрестность точки Y, некоторый радиус R, который лежит в G. Ну, а затем, вот поскольку я сказал,
плотность множества рациональных чисел, значит, подобрали такую рациональную точку x, такой рациональный радиус q, что расстояние между y и x меньше, чем r, а r меньше, чем ропола. Вот. Ну, тогда y попал в шар с центром x радиуса r, и этот шар целиком содержится уже потому, что вот так. Для любого z из этого нового шара z отличается от y меньше, чем на ρ, а ρ окрестность точки y лежала. Так что действительно каждую точку множества g мы поместили в шарик, который тоже лежит в g, шарик рациональный и центр используется в этой плотности. Ну, а теперь, да, теперь еще перед доказательством теоремы Линделева будет такой комментарий. Тут у меня написано для любого открытого покрытия множества M. Можно дать две трактовки этой теореме. Обычная трактовка, к которой вы привыкли, это то, что мы считаем элементы покрытия множествами, открытыми в Rm, в объемном пространстве. Стандартная трактовка такая. А когда я вам давал определение компакта, то доказывал, что там все равно считать множество открытыми в объемлющем пространстве или в самом компакте. Понимаете, относительную открытость или открытость в объемлющем пространстве, или открытость внутреннюю, саму себе. Так вот здесь оказывается, что это тоже все равно. В этой теореме оказывается, что это тоже все равно. Так нет разницы считать элементы покрытия открытыми в Rn или в m. Ну, действительно, если множество у альфа открыто в m, то они, по известной нам теореме, представляются как пересечение m с открытым множеством в Rn и обратно. Так что если из такого извлечем конечное подпокрытие, не очень счетное подпокрытие, то и в таком смысле извлечем и обратно. Вот. Значит, будем считать, что они открыты в Rn. Итак, пусть множество у альфа открыто в Rn. Альфа пробегает некоторое множество индексов А большое. M – это объединение у альфовых. Тогда из семейства у альфовых можно извлечь не более чем счетное подпокрытие M. Не более чем счетное подпокрытие M. Значит, тут я написал, M это вот, равно объединению у альфа. Ну, так это все равно равно или содержится. Потому что иначе мы просто пересекали. Итак, M, разумеется, будем считать не пусто, что не пусто. Рассмотрим множество всех шаров с рациональными центрами и радиусами, которые содержатся хотя бы в одном из у альфовых. Хотя бы в одном из у альфовых. У альфа у нас открытого Rn. Это множество счетно, ну, потому что множество всех будут произносить как рациональных шаров. Счетно. Рациональных шаров, рациональных центров не радиусов. Занумеруем эти шары натуральными числами. Какие шары мы рассматриваем? Рассматриваем не все шары, а только те из них, которые содержатся хотя бы в одном элементе покрытия. И для каждого такого шара обозначим через альфа-йод, шар с номером йод, обозначим через альфа-йод, обозначим какой-нибудь индекс, для которого у альфа-йод содержит этот шар. Множество индексов выбранных тоже не более чем счетно. Ну, количество наших шаров счетно, вот каждый будет сопоставить какой-то альфа-йод, но альфа-йод тоже не более чем счетно. Может оно получиться и конечным, может быть так случится, что все шары содержатся в одном элементе. А мы вот один мы нашли, тоже все время выбираем. Ну, по крайней мере, это может и не более чем счетно. По замечанию, которое я вот тут только что доказывал,
У альфа – это объединение всех рациональных шаров, которые лежат в У альфа. Ну и тем самым, поскольку каждый шар лежит в каком-то своем У альфа йота, объединение этих шаров лежит в объединении У альфа йота. Ну а так как М содержится в объединении У альфа, то оно содержится в объединении У альфа йота. То есть мы смогли из нашего покрытия извлечь не более чем счетное подпокрытие. Это был первый факт, теорема Ленделёфа. А значит, эту теорему, значит, ну, когда придется ее применять, тогда мы ее вспомним. А следующее утверждение называется обычно лемма Лебега о компакте. И его нам придется применять тут вот совсем скоро. Итак, лемма такая. Это тоже лемма очень простенькая. Опять-таки топологическая. Итак, ну вот я ее для произвольного метрического пространства сформулировала, наверное, для произвольного метрического пространства. РМ не вносит какого-то упрощения в доказательство. Итак, пусть имеется метрическое пространство XRO, в нем компакт K. И имеется открытое покрытие K, множественное у альфа. Тогда существует такое положительное число эпсилон, существует такое положительное число эпсилон, что всякое пересекающееся с К множество, диаметр которого меньше эпсилон, содержится в некотором элементе покрытия. Вот тут написано на эпсилон языке это. Формулировка с квантерами. Написано с квантерами. Эпсилон тоже присутствует. Итак, существует такое положительное эпсилон, что для любого Е подмножества Х, такого, что диаметр Е меньше эпсилон, и Е пересечь К не пусто, Е содержится в некотором у альфа. Доказывать будем от противного. Пусть такого эпсилона не найдется. Пусть такого эпсилона не найдется. Ну, значит, вот никакое... Будем брать эпсилон вида 1n и отрицать то, что получилось. Никакое эпсилон вида 1n нам не подойдет. Значит, для любого n натурального существует такое множество en. Нумеровать самое множество тоже будет n. У которого диаметр меньше 1n, которое пересекается с k и которое не содержится ни в одном элементе покрытия. Будем выводить противоречия. В каждом en возьмем точку xn так, чтобы она еще и k принадлежала. Вот в каждом таком пересечении возьмем точку. Точку обозначим xn. Тем самым у нас есть последовательность точек множества k. А множество k по условию компактно, следовательно, секвенциально компактно. И поэтому из последовательности xn можно выделить подпоследовательность. Подпоследовательность. Обозначим xnk это подпоследовательность, которая стремится к некоторому пределу x ноликом, лежащему в k. Раз x ноликом лежит в k, x ноликом принадлежит некоторому элементу покрытия. Обозначим этот индекс альфа с ноликом. Итак, x с ноликом принадлежит U с индексом альфа с ноликом. А можно вопрос? Да. А вот эти точки, которые мы выделили из пересечения этих множеств и компакта, они не будут одинаковыми? Мы можем... Будут, не будут, так не будут. Как получилось? А, не обязательно, да? Да. Как получилось, так получилось. Хорошо. Значит, это не мешает абсолютно ничему, что они будут. Секвенциальные компакты воспользовались. Если у нас стационарная последовательность выделится, ну, пожалуйста. Так, значит, x ноликом вот этот предел обозначили. Он принадлежит некоторой окрестности у альфа с ноликом, некоторому элементу покрытия. У альфа с ноликом открыто. Поэтому подберем дельта окрестности к с ноликом, который лежит в альфа с ноликом. Ну а затем подберем такой номер k, что, во-первых, расстояние от xnk до x ноликом меньше дельта пополам, но это потому, что x ноликом это предел.
А во-вторых, единицы на НК тоже меньше дельты паланки. Но это не требует пояснения. Единицы НК, в принципе, да. И вот теперь получим противоречие. Если у нас Y – это точка множества ЕНК, то, с одной стороны, расстояние от Y до ХНК не больше диаметра ЕНК. То есть это две точки, обе точки Y и ХНК из ЕНК. ХНК и Y. Значит, расстояние между ними не больше диаметра множества. Диаметр множества не больше единицы на НК, так множество ЕН не выбирались. И тем самым меньше дельта пополам. А поэтому расстояние от Y до X ноликом будет меньше дельта. Это меньше дельта пополам, и это меньше дельта пополам. То есть расстояние от Y до X ноликом меньше дельта. Тем самым точка Y попала вот в эту дельта окрестности X ноликом. Ну и тем самым все множество ЕНК лежит в этой дельта окрестности. Значит, ЕНК лежит в дельта окрестности X ноликом. Дельта окрестности X ноликом по построению лежит у альфа с ноликом. И мы получили противоречие. Множество ЕНК лежит в у альфа с ноликом. Лежит в у альфа с ноликом. Противоречие с тем, что мы выбирали ЕН не так, что ЕН не лежат ни в одном элементе. Определение. Определение. Определение носителя функции. Пусть функция f задана на подмножестве g пространства Rn. И носителем функции f называется замыкание множества всех тех точек, где f не обращается в ноль. Еще раз. Носителем функции называется замыкание множества всех тех точек, где функция не обращается в ноль. Тут тонкое место, где берется замыкание. Вот я замыкание обозначил не черточкой, как я всегда делал, а вот этим значком closure, потому что мне хотелось указать, что берется здесь относительное замыкание. Замыкание в множестве g. Еще раз, у нас есть множество точек, где f не обращается в ноль. Множество точек из области определения, где f не обращается в ноль. Ну вот это какое-то подмножество R. Я носителем назвал замыкание этого множества в множестве g. То есть множество всех точек прикосновения нашего множества, которые лежат в G, другими словами. Вот. Значит, если G равно Rn, то это замечание можно пропустить мимо ушей. Ну а здесь вот как правило, его и можно будет пропустить мимо ушей. У нас здесь будет везде речь о замыкании. Значит, здесь будет носить. То есть получается, если у нас g, допустим, открытое множество, то его граница, она в замыкание не будет входить. Или там совершенно верно, точки совершенно потери, верно, которые совершенно она не верно, содержит. Не будет, да, не будет. Вот. Функция с компактным носителем называется финитной. Для функций, заданных на всем Rn, определение финитности можно пересказать так, может быть, более наглядно. Функция финитна, если она обращается в ноль, мне нет второго шара. Если она тождественно обращается в ноль, мне нет второго шара. Ну а если функция задана на каком-то, допустим, открытом ограниченном множестве, скажем, на шаре, то вот это определение, как я написал, годится. Функция называется финитной, если у нее носитель компакт. То есть, если ее относительное замыкание есть компакт. Другими словами, вот она обращается в множество точек, где она не мы ее берем замыкание в этом открытом множестве, и мы получаем компакт. Нет лежащего в этом открытом множестве. А компакт в исходном множестве? А, еще раз? А компакт в Rn? Не в G? А, нет. Свойство компактности не зависит от того, где множество рассматривается.
Еще раз, у нас функция задана, вот допустим, в шаре. Допустим, в шаре. И допустим, просто она тождественная единица в этом шаре. Ее замыкание, значит, ее носитель в этом шаре, это просто сам этот шар. Открытый шар. Он не компактен. Такая функция финитной не считается. В шаре она не считается финитной. Потому что носитель не компактен. А если бы мы рассматривали ее, допустим, продолжение нулем вне этого шара и рассмотрели продолжение в РР, то носитель у него был бы замкнутый шар. И эта функция была бы финитной. Во всем РР. А вот в исходном шаре нет. Так что, а функция... Я имею в виду, что если у нас был бы открытый шар, то у нас замыкание было бы, допустим, весь шар, в нем она была бы компактна, а вот в РН она не была бы компактна, больше открытой. Нет, не так. Вот есть у нас функция задана в открытом шаре, и в нем тождественная единица, ну, не вращается много, то она в этом шаре не финитна. Потому что ее носитель – это весь шар. Он не компактен. Да. Относительное замыкание – это не компактное множество. Это открытый шар. Вот. Да. А вот если бы мы рассмотрели не такую функцию, а функцию, продолженную нулем на все РР, то она была бы финитной. Потому что ее носитель в РН – это вот новая продолженная функция, это замкнутый шар. И он компактен. А какую еще раз функцию мы бы сейчас которая равна нулю вне этого шара? Единица в открытом шаре и нулю вне этого шара. У нее носитель это замкнутый шар. Замыкание просто тех точек, где она не обращает внимания. Замыкание берется в РН в этом случае. А, это есть у нас РН изначально. Да. Вот это для функции, которая задана. Вот. В общем, вот в следующей теореме на это можно не обращать внимания абсолютно. Вот о функциях финитных в некоторой области, надо думать так, что вот в этой области есть компакт, и вне этого компакта функция равна нулю. Вот такие функции называются финитными в области. Еще раз, в следующей теореме это все будет неважно, потому что там функции будут заданы на R. Так вот, эта теорема такая, теорема разбиения единицы. Пусть у нас имеется компакт K в пространстве R. И имеется его открытое покрытие множествами U с индексом альфа. Тогда существует конечный набор финитных функций, псижитых. Я написал конечный набор, значит, g будет меняться от 1 до некоторого номера n большое. Со следующими свойствами будет 4. Первое. Все функции псижитые бесконечно гладкие. Бесконечно гладкие. Заданные на всем Rn. И принимающие значения из отрезка 0,1. Функции псижитые бесконечно гладкие на всем Rn со значениями 0,1. Второе свойство. Носитель каждой псижитой содержится в некотором элементе покрытия. Носитель каждой псижитой содержится в некотором элементе покрытия. Ну вот этот там индекс элемента покрытия обозначен здесь через альфа. Третье свойство. Сумма всех псижитых не больше единицы. Во всех точках РН. И четвертое. А вот для всех точек К нашего компакта сумма псижитых равна единице. На всем РН не превосходит, а на К просто соответственно равна. Ну вот, собственно, это четвертое свойство объясняет название теоремы. И вот этот набор функций псижи с указанными свойствами называется разбиением, ну, с указанными свойствами, четвертым свойством, называется
разбиением единицы или разложением единицы. Функции, сумма которых равна единице. На множестве k. Итак, набор функций псижит, такой, что их сумма равна единице на множестве k, называется разбиением или разложением единицы на множестве k. А вот это вот условие 2 про носителя. Каждый носитель, носитель каждой функции, содержится в некотором элементе покрытия. Это свойство описывают так. Разбиение единицы подчинено покрытию у альфа. Подчинено покрытию у альфа. Так. Давайте тут же переподключимся. Перевод не будем делать. Творят, допустим, не второму смысле. Погоди, вот я серьезно не понимаю ваши идеи. Я понимаю, что такое пересечь два множества. Mm-hmm. А как я пересеку функцию с элементом покрытия? Ее носитель пересечем. Так ее носитель, это же, вот у вас есть функция, и носитель это замыкание множества тех точек, где функция не обращается в ноль. Вот есть функция, у вас получился носитель. Что толку, что вы носитель пересечете, с функцией-то вы что будете делать? Ну ладно. Вот же у нас функции тут должны какими-то, они должны образовывать разбиение единиц. А, я понял, у нас как раз с этим проблема будет, если мы... Проблемы, конечно, будут с этим. Вы там не можете как-то ее произвольно занулить где-то, и при этом ничего не поменяв. У вас разбиение единиц свойства порушится. Вот. Значит, доказательства начнем очень-очень издалека. Значит, мы построим шапочку. Вот рассмотрим такую функцию, обозначенную буквой tau. Формула для нее написана. Вот такая вот экспонента при t меньше единиц по модулю и 0, если t больше единиц по модулю. Значит, это функция, ну как-то вот. Значит, функция наша, как она устроена-то? Вот она здесь 0. Здесь 0. Ну а между ними как-то вот
так положительные значения принимают. Притом здесь вот не так, как я нарисовал в этих точках, а здесь бесконечно гладкое сочленение. Здесь бесконечно гладкое сочленение. В общем, это, конечно, уродливое изображение компоненты. Здесь вот бесконечно гладкое сочленение, где бесконечно гладкое сочленение. Когда я же вам приводил этот пример функции e в степени минус единицы на x квадрат, которая e в степени минус единицы на x квадрат, везде кроме нуля, которая, значит, доказывала вам, что у этой функции все производные нуля равны нулю. Ну, значит, если мы с одной стороны на одной полуоси эту функцию нулем определим, а с другой стороны будет e в степени минус x квадрат, у нас будет тоже функция бесконечно дифференцированных чисел. Ну а здесь мы сделали такую операцию вот, слева и справа, вот слева от минус единицы, справа от единицы. Итого, у нас получилась функция, которая всюду не отрицательна, которая бесконечно гладкая. Я сказал, что сочленение бесконечно гладкое, это мы знаем. Носитель ее, это, конечно же, отрезок минус 1, 1. Бесконечно гладкая финитная функция. Теперь следующий шаг. Мы ее периодизируем. Периодизируем ее не так, что будем график периодически, вот там, где было 0, мы его будем копировать, картинку сдвинуть. Нет, мы ее по-другому чуть-чуть периодизируем. Мы составим вот такую сумму. Периодизировать будем вот так. Сумму по целым L, тау от t минус L. Разумеется, у нас получится один периодическая функция. Добавление единички к аргументу t просто соответствует сдвигу индекса суммирования. На единичку сумма получается та же самая. Так что функция тау с волной получается один периодический. Теперь что здесь с исходимостью этого ряда? Надо проверить. Разумеется, он сходится. И тут вообще он как-то тривиальным образом сходится, потому что, ну вот я написал почему. В любом интервале длины 1, отлично от нуля, не более трех членов ряда. Вне отрезка минус 1, 1 функция тау обращается в 0, поэтому, если мы рассмотрим целочисленную решетку, то в интервал минус 1, 1 попадут самые большие две точки из целочисленной решетки. Так что при любом t здесь отлично от нуля не более двух слагаемых. А если t бегает по интервалу длины 1, то отлично от нуля будет не более трех слагаемых. Поэтому ни с исходимостью ряда, ни с возможностью его почленно дифференцировать сколько угодно раз, проблем не возникает. Здесь мы дифференцируем конечную сумму. Поэтому функция тау с волной бесконечно гладкая. И хотя бы одно слагаемое положительное есть при каждом. Хотя бы одна точка из целочисленной решетки попадает в главную. В самом худшем случае одна эта точка 0. Целочисленные решетки, я не хорошо сказал. Решетки, ну, решетки, полученные сдвигом из целочисленной. Вот такой же t минус L, где L пробегает. Где L пробегает целочисленная. Значит, поэтому тау с волной строго положительно. И поэтому на нее поделить можно. Ну вот дальше я проведу некоторую нормировку, поделю тау на тау с волной и обозначу новую функцию буквы t. Знаменатель тут с ноль не обращается, числитель знаменатель бесконечно гладкий, поэтому t будет бесконечно гладко. Дальше t значение будет принимать между нулем и единицей, не из трех, потому что здесь числитель не больше знаменателя. Поэтому значение не больше единицы. А носитель θ такой же, как у тау. Деление на положительный знаменатель у нас носительный знаменатель. И вот эти самые θ, если периодизировать θ в свою очередь, то получится, конечно же, единица.
еще 10. Ну, понятно выкладка, да? Понятно выкладка. Получается 11. Если поделили функцию на ее периодизацию, и то, что получили, снова периодизировали, то получили торжественную. Ну и вот теперь из этой самой одномерной теты мы будем составлять искомые многомерные сюжеты. Как это делать? Вот мы возьмем и зафиксируем число эпсилон положительное из лемма Лебега. Из лемма Лебега. Значит, вот у нас лемма Лебега, вот наша лемма Лебега. Я напоминаю, что у нас в условии теоремы есть компакт К. И есть его покрытие. Вот у нас в условии теоремы есть. Пока что его нигде не было. Мы пока что сделали некое дополнительное построение. Вот это все построение, оно до сих пор никак не было связано с условиями нашей теоремы. Вот было такое отдельное построение. А дальше, собственно, мы начинаем работать в условиях теоремы. Итак, у нас есть компакт К, есть его открытый К. Нам нужно построить некий набор функций. Вот мы как будем строить. Мы возьмем положительный эпсилон из лемма Лебега. Мы возьмем положительное число H. О числе H надо думать как о достаточно малом числе. Насколько мало оно должно быть? Вот здесь написано конкретно, насколько малым его достаточно быть. Вот здесь написано конкретно, что его достаточно взять меньше, чем эпсилон делить на 2 корня из. Ну, дальше увидим, почему. Так, значит, вот зафиксировали такое число H. Дальше мы строим функцию m. Эти функции будут заданы на Rn. M будет пробегать целочисленную решетку n-мерную. И я буду строить их как произведение одномерных тет от соответствующих координат векторов x и n. Вот эту формулу. Значит, вот тета без индекса – это одномерная тет, которая вот здесь была. Функция вот такими средствами. Итак, берем по каждой переменной тета от x и деленное на h минус n и перемножаем по всем. Ну что, все сомножители бесконечно гладкие, значит, произведение их бесконечно гладкое. Все сомножители принимали значение из отрезка 0,1, значит, произведение тоже принимает значение из отрезка 0,1. Каков носитель θm? А носитель вот такой. По каждой координате аргумент должен принадлежать отрезку минус 1,1. Ну, значит, вот записали двойное неравенство. Xi делить на h минус mi не больше единицы, не меньше минус единицы. Ну и относительно xi это неравенство решили. То есть на h умножили, получили, что xi не больше, чем mi-t умножить на h плюс h. И xi-t не меньше, чем mi-t умножить на h минус h. Так. То есть, другими словами, x и t должно принадлежать отрезку от h умножить на m и t минус h до h умножить на m и t плюс h. Ну а точка x таким образом, раз вот есть такое неравенство по каждой координате, можно равносильно эту систему неравенств пересказать, что точка x принадлежит кубу. Принадлежит кубу. Вот такими веками. С указанными веками. Значит, куб hm минус h на единицу. Единицу же все координаты, которые на единицу. До hm на плюс h умножить на единицу. По координатной записи, которую я произнес, равносильно такой векторной записи. Так, значит, носитель компакт. Носитель компакт. Это мы видим. И теперь заметим,
Что будет, если просуммировать все тета по всем m? Просуммировать тета по всем m. Ну вот здесь написана формула, которая вас не удивит. Значит, это самое обычное раскрытие скобок. Ее удобно читать справа налево. Значит, это, каждое ТТН – это вот такое произведение. А сумма ТТН, значит, сумма таких произведений – это произведение вот таких сумм. Если вы берете сумму, берете произведение нескольких, значит, еще раз, берете произведение нескольких сумм, то у вас это произведение будет как устроено. У вас сумма всевозможных произведений такого вида. Первый сомножитель из первой суммы, второй из второй суммы и так далее, n из n. То есть произведение вот таких вот, произведение вот таких сумм, это сумма всевозможных таких произведений. Ну, а то, что здесь сумма бесконечная, ничего не портит. У вас все слагаемые не отрицательны. И вы знаете свойства суммируемых семейств, что вы можете не заботиться о порядке сомножителя. О порядке сомножителя. Так. Значит, скобочки вот здесь таким образом мы раскрыли. А в правой части получилась единица. Почему? Ну, потому что вот. Потому что тета обладает таким свойством, что сумма, что ее периодизация одна единица. То, что здесь в этом произведении формулы 12-2 каждый множитель равен единице. Так что вот эти самые функции тета-эмты, образуют разбиение единицы на всем R. Образует разбиение единицы на всем РН. Но нам теперь нужно еще как-то связать построенные функции с покрытием. Так вот здесь, собственно, они действительно связаны посредством лемма-лебеда. Итак, поскольку компакт – это ограниченное множество, то он пересекается только лишь с конечным множеством носителей ТТМ. Конечное множество. Будем брать только ТТМ, только те ТТМ, носители которых пересекаются с К. Их конечное множество. Вот они-то и будут нашими фишками. Построение закончено. Давайте проверять свойства. Вот все эти четыре обещанных. Что мы построили то, что нужно. Первое свойство по построению выполнено. И, значит, еще раз, вот здесь я об этом сказал. Все наши функции бесконечно гладкие, и значения они принимают из отрезка 0. Первое свойство выполнено. Почему второе свойство выполнено? Второе свойство выполнено. Почему носитель каждой нашей функции содержится в некотором элементе покрытия. А вот это по лемме-лебеда. Значит, смотрите. Диаметр наших носителей, ну точнее не наших, а носителей наших функций, диаметр. Какой он тут? Это куб с ребром 2h. Значит, его диаметр это 2h на диагональ, умножить на диагональ, диагональ равна корень. Диаметр куба равен его диагонали, если ребро равно 2h,
То диагональ равна 2h умножить на корень из n. 2h умножить на корень из n, h меньше, чем эпсилон делить на 2 корня из n, диаметр этих носителей меньше эпсилона. Ну вот я объяснил, из-за чего такое h, почему такое малое h будет достаточно сделать. Значит, диаметр этих носителей меньше эпсилона. Эпсилон у нас взято из лемма Лебега. Каждое множество e, которое пересекается с k и имеет диаметр меньше эпсилон, содержится в некотором элементе покрытия. Значит, каждый наш носитель содержится в некотором элементе покрытия. Вот я объясню, где мы использовали лемму Лебега и почему так выбрали h. Так, теперь надо проверять вот это вот неравенство и вот это вот равенство. Так у нас сумма всех функций θ m равна единице на всем Rn. Все функции наши не отрицательные. Мы часть из них выкинули. Часть из них выкинули. Значит, оставшаяся сумма не превзойдет единицу. Договорились. А теперь что будет, если точка x принадлежит множеству k? Так мы выкинули только те функции, которые на множестве k обращаются в ноль. Мы выкинули те функции, носители которых не пересекаются с k. Значит, на множестве k то, что мы выкинули, обратилось в ноль. Значит, на множестве k у нас осталось равенство единицы. Теорема доказана. Теорема доказана. Так. Ну вот такое доказательство, хотя оно вот на страничку уместилось, но все-таки тут много что было поделать. Давайте, если вопросы по этому доказательству есть, то вы их задайте, а если нет, то я двинусь дальше. Маленькую паузу делаю. А можете, пожалуйста, поднять в чем до момента, где мы определяли вначале одномерные? Да, понял. Ну ладно, значит, пока вы над вопросом еще думаете, то вы не можете думать, а я отвечу. Теперь следствие. Следствие. Оно часто называется следствием, ну, там не следствием, а теоремой, если это как теоремка, формулирует или лемой, о гладком спуске. О гладком спуске. Вот почему. Значит, давайте формулировку поймем. Итак, пусть множество g открыто в Rn. И в множестве g есть компакт k. Тогда существует финитная функция ψ, бесконечно гладкая на Rn, со значениями в отрезке 0,1, носитель которой содержится в g, и которая тождественно равна единице на k. Другими словами, ну, в точности равносильно, если множество g ограничено. И чуть-чуть слабее, если множество g не ограничено. В условиях этого следствия существует бесконечно гладкая функция ψ, которая на k тождественно равна единице, а вне g тождественно равна нулю. Есть множество g, в нем есть компакт k. Так вот, можно построить такую функцию, которая на этом самом компакте будет равна единице, вне множества g будет тождественно равна нулю, ну а в промежутке как-то будет спускаться от единицы до нуля. Можно
Это следствие вот, кстати, у построения таких гладких шапочек. Пример такой шапочки, это была вот эта вот функция, из экспонент построена. Вот так можно сделать, чтобы единица была. Нет, это пример плохо сказал, не для такой шапочки. Ну, понятно, шапочку можно было построить, если бы кусок с единицы еще можно было бы так вот растянуть. Там, если бы здесь максимум сделать единицу, ее можно было чуть-чуть так растянуть здесь, чтобы бесконечно было такое сочленение. Но вот таким образом эти шапочки строятся из вот этих вот деталей. Так вот понятно, да, значит, есть множество g, в нем есть там пак k, и можно построить функцию, которая на k единица, вне g 0, на множестве, которое вот, разность между g и k, как-то спадает гладко. Доказательство уже очень простое. У нас есть компакт k, есть его покрытие, состоящее из одного единственного множества g. Так что мы находимся в условиях теоремы. Покрытие состоит из одного единственного множества. Значит, мы можем построить набор функций псижитых по теореме. Ну и нужно все их взять и сложить. То, что получится, и будет функция пси. Давайте посмотрим, почему выполнение требуемых свойств очевидно. Бесконечная гладкость есть. А сумма сижитых значения все они не отрицательные, значения не больше не будет. Все свойства тоже есть. Дальше носители каждой псижитой содержатся в одном из элементов покрытия. Поскольку покрытие состоит из одного единственного элемента, значит, все эти носители содержатся в G, и значит, носители суммы тоже содержатся в G. Все функции, другими словами, обращаются в ноль вне некоторого компакта лежащего. Значит, сумма тем же свойством. Ну и на множестве k сумма наших псижитых, то есть функция пси, равна единице. Это выполняется буквально. Так что вот мы научились строить такие шапочки. Тут возникают еще дополнительные вопросы. А вот насколько круто этот спуск, или наоборот, насколько полого можно осуществить? Конечно, хотелось бы не слишком круто, потому что норма производных, чем они больше, тем там в приложениях хуже. Ну вот, значит, в приложениях оказываются полезными некоторые оценки для градиентов этих функций, для крутизны этого спуска, чего можно добиться. Ну понятно, что это оценки. Опираются на взаимное расположение множества g и компакта k, насколько компакт близко подбирается к границе g, чем ближе подбирается, тем круче приходится устраивать спуск. Но этими деталями я заниматься не буду. Так, а дальше вот здесь в книжке у меня есть некоторое количество теорем, и я их вам доказывать не буду. Значит, они мне будут нужны в одном единственном месте курса, там, где речь пойдет о так называемой регулярности перехода от одной параметризации к другой. Что это такое, сейчас объяснить не буду. Доказывать это очень тяжело. А мне хотелось честно написать доказательство в книжке. Без размахивания руками. Вот в результате здесь довольно громоздкие получились рассмотрения. В общем, те, кто 30 баллов захочет, пусть это учится. 29 и прочее, которые, короче, путевка.
Вот. А те, кто не очень захочет, я это и спрашивать больше не буду. Так что будет этот вопрос со звездочкой в списке. Итак. Значит, давайте я сформулирую какой-то полезный выход из этой теории. Значит, вот теорема 3. Будет у нас такая ситуация. Это понять относительно несложно. Итак, пусть у нас есть отображение F, которое задано на некотором подмножестве E в пространстве РК и действует в РМ. И пусть отображение F гладкое в локальном смысле. Значит, мы определяли гладкость отображения на открытом множестве. И это было по сути дела. В определении дифференцируемости у нас должна была быть точка внутренняя. А здесь множество E произвольное. Поэтому вот мы накладываем такое условие. Для любой точки альфа множества E существует ее окрестность U с индексом альфа и отображение фи альфа. R гладкое в этой окрестности, которая совпадает с F на U альфа пересечь с E. Вот понятно это условие? У нас есть какое-то множество E. Ну, какое-то оно может быть вообще какое-то очень произвольное совершенно. Совершенно произвольное. На нем задано отображение F. Во внутренних точках тут ничего таинственного нет. Обычное гладкое отображение во внутренних точках. А в граничных точках условие такое. В каждой граничной точке существует окрестность. И в этой окрестности гладкое продолжение. Существует. Существует, да. И у каждой точки свое, да? У каждой точки своя, да. Да, да. А вот нас, а мы хотим построить из этих локальных продолжений глобальное гладкое продолжение. Что, как понимаем, неочевидный вопрос. Можно сделать или нельзя? Так вот, оказывается, что можно. Обозначим через U пересечение всех этих окрестностей, на которые продолжение происходит. Так вот тогда существует отображение φ. Существует отображение φ. Гладкое на множестве U. Гладкое, в смысле, R гладкое, число R зафиксировано. Может быть, число может быть бесконечное. Тогда существует глобальное гладкое продолжение. Отображение φ класс CR на множестве U, совпадающее с F на E. И вот делается это с помощью некоторой модификации разбиения единицы. Только более сложной модификации, чем я вам в теореме разобрал. Тут некоторые приходится не конечные, а счетные наборы рассматривать. Но вот смысл этой теоремы, я надеюсь, вам объяснил. Вот. Значит, эта теорема опирается, тут написано вот еще на две предыдущие леммы. Топологического характера. Первая чисто топологического характера, вторая совместно топологического и аналитического. В общем, это будет в вопросах со звездочкой в списке эти леммы. Желающие могут их сами изучить и спросить меня, если что-нибудь будет непонятно. Ну, тут, по ходу дела, еще дано определение расстояния от точки до множества, которое вы
прекрасно знаете, это было, напоминаю. Это определение у нас было. Вот. Ну вот давайте еще это вспомогательное утверждение я одно прокомментирую. Тоже о покрытиях. Итак, пусть у нас есть множество Е в РН, не обязательно компактное, произвольное множество. Есть его открытое покрытие. Тогда существует еще одно открытое покрытие Е, множественное ВБ, последующее несложное. Во-первых, каждое ВБ содержится в некотором У альфа, а во-вторых, у каждой точки Е есть окрестность, которая пересекается лишь с конечным множеством ВБ. Вот про первое свойство говорят, что оно, что про первое свойство говорят так, что покрытие ВБ вписано в покрытие У альфа. Это не подпокрытие, это покрытие из каких-то других множеств. ВБ не совпадают с альфа, не подпокрытие. А второе свойство называют локальной конечностью покрытия. Вот в этих терминах лемму 2 формулируют так. Любое открытое покрытие множества Е можно вписать локально-конечное открытое покрытие. Это свойство называется парокомпактностью. Свойство называется парокомпактностью, но в данном случае множество Е, а если Е рассматривать как отдельное пространство, это топологическое. Парокомпактность топологического пространства, то есть более слабое, чем какое-то. В РН оно вверх. В РН оно вверх. Ну, вопрос совершенно технический. В общем, не к анализу относится. Не к анализу относится. Но дальше с помощью этого этих покрытий тут строится требуемое глобальное продолжение в локальном. С помощью покрытия строится некоторое разведение единицы со специальными свойствами. Там, где вот не только компакт, в этой теореме компактными. Произвольно некомпактными множествами работать, строится разведение единицы. Ну вот, собственно, это здесь какие-то способы делать. Не сказать, чтобы очень сложно, но довольно громоздко технически. Вот. Так что на этом я дальше не хочу останавливаться. И следующую тему, собственно, рассказ о поверхностях, важных многообразиях, это тема не столько аналитическая, сколько геометрическая. Значит, сегодня я тоже ее рассказывать не хочу. Вот эту самую аналитическую часть я вам рассказал про разведение единицы. Значит, это способ сводить локальные вопросы к глобальным, там, где применимо. Значит, в каких-то других ситуациях нужны другие модификации сведения единицы. Вот. Поэтому на этом мы на сегодня закончим. Если вопросов нет, то до свидания. До свидания. До свидания.